Друзья, добрый вечер. Сегодняшний наш рассказ о тупости и наглости. Итак, на примере отдельной парохоботки Ирины Геращенко, народного депутата Украины, мы разберем, как работает система вранья и манипуляций от последователей пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Итак, Ирина Геращенко дает пост А пише, читаю з планшета. Це феєрично. Отже, пропагандист Гордон, такий агент 007. Він не лише легалізує бойовиків в українському інфопросторі в лапках для передачі міфічної флешки в ГАГу, але саме за його опусом ДБР і ОГП порушили так звану справу про картини. Гордон таки має отримати від Зеленського орден. за допомогу в переследованиях Порошенко. Ну, я сразу хочу сказать, что, э, как у Твардовского, помните, Василий Теркине, я скажу, не надо орден, я согласен на медаль. Так что э, я и на медаль согласен. Это шутка, мне ни орденов, ни медали не надо. Дальше, э, мифичная флешка в Гаагу. Э, мифичная Ирина Геращенко. Флешки в Гаагу две, не одна. Находятся в Гааге. Если вы такая Ирина умная, то вы... Подайте соответствующее письмо в Генеральную прокуратуру Украины и в суд в ГАГе. И вам подтвердят, что флешки находятся там. Чем писать всякую ерунду, выдавая свой короткий ум. Простите уж мне, пожалуйста. Теперь, что же она за пост дает Ирина Геращенко? Пост Ильи Новикова. Илья Новиков это российский адвокат, который защищает интересы. Пятого президента Украины Петра Порошенко. А, при всем уважении к Илья Новикову, но видно, у нас в Украине уже адвокатов нет, и Петр Алексеевич пользуется услугами российского адвоката. Я ни на что не намекаю, кстати. А, пишет Илья Новиков: выяснилось, откуда взялось дело о 43 картинах. Это дело о картинах Петра Порошенко. Его открыли 19 февраля 2020 года на основании прошлогодней публикации сайта Гордона. Рапорт на имя Ирины Венедиктовой, бывшей тогда главой ДБР, подавал сменивший ее потом Соколов. Расследование вели по-современному. Следователь Дереволков произвел осмотр сайта Википедия, обнаружил в нем статью Порошенко и зафиксировал ее на скриншотах. Потом ДБР само себе написала служебную записку, что в музее Гончара картины Порошенко собираются уничтожить. И пошли ломать двери музея. Бюджет ДБР на 2020 год, пишет Новиков, составляет 1,4 миллиарда гривен. Итак, э, в чем суть? Российский адвокат Илья Новиков, защищающий Петра Порошенко в украинских судах, опубликовал пост о том, что дело о картинах Порошенко ДБР завело на основании Публикации сайта Гордон. Я, конечно, должен поблагодарить Илью Новикова за внимание к сайту Гордон, за констатацию факта, что сайт Гордон настолько влиятельное издание, интернет-издание, что на основании его публикаций ДБР даже заводит дела против пятого президента Украины. Ну и Ирина геращенко пишет пост. Для чего она это сделала? чтобы у тех, кто прочитал ее пост, сложилось впечатление, что я лично провел какое-то расследование. Я лично. Разоблачающие махинации Петра Порошенко с картинами. Я опубликовал его на сайте и принес в ДБР, чтобы на его основании завели уголовное дело. А теперь самое интересное, что произошло на самом деле. Мы связались с Ильей Новиковым, чтобы узнать, о какой нашей публикации идет речь. Оказалось, внимание Ирины Геращенко, что речь идет о новости с высказываниями Валентина Наливайченко, дважды экс-председателя СБУ, который он сделал в эфире «Право на Владу» на 1 плюс один. В эфире «Право на Владу» на 1 плюс 1. А мы, сайт Гордон, как и десятки других украинских сайтов, просто об этом написали. Мы просто процитировали Валентина Наливайченко из его выступления на канале 1 плюс 1. Следователь ДБР, видимо, прочитал эту новость у нас на сайте, не стал переходить на первоисточник на выступление Валентина Наливайченко на сайт плюсов, опустил а эту новость в процессуальный ход с нашего ресурса. Теперь вопрос: при чем тут Дмитрий Гордон? Вообще ни при чем. Я даже вряд ли читал эту новость Анна Левайченко в прошлом году на сайте. Может, читал, может, и нет. Но Ирина Геращенко она живет по своим законам. Поэтому я думаю, что возможно в следующем ее посте я буду, как минимум, может, прокурором, выносящим приговор ее шефу по этому или по любому другому делу. Теперь что я хочу сказать. Я основатель сайта Гордон, всего лишь. Я не руковожу коллективом. Я даже не знаю журналистов, которые на сайте работают. Я не отбираю новости, и я не пишу новости для сайта Гордон. Я не занимаюсь сайтом Гордон и не участвую даже в редакционных совещаниях. И об этом может сказать любой из журналистов сайта. Мое дело было основать это независимое интернет-издание – и дальше полное невмешательство в его работу. Поэтому э, я считаю, что Ирине Геращенко, после всего того, что я сказал, надо публично передо мной извиниться. Да, Ирина Геращенко, публично. И также извиниться за ту грязь, которую вы вылили на меня после интервью с Гиркиным. Вы же теперь прекрасно знаете, что это было за интервью и какая польза от него нашей стране. Или вы и это не хотите замечать? Ход за вами, Ирина Геращенко.